Крылья Устьябакан, Карла Маркса, дом 2. Подано 3 заявки от ООО «Профстройсервис», ООО «МВФ Строй» и ООО «Енисейстрой». Все набрали заявки максимальный балл. Заседание комиссии, которая решает, кому выпадет право ремонтировать дома. В ее составе представители городских и сельских администраций, Министерства строительства, жилищной инспекции. Комиссия следит за законностью процедуры. Если год назад, когда стартовала программа капремонта, подрядчиков приходилось зазывать, особенно в отдаленные районы, сегодня на каждый дом по несколько заявок. Сейчас у нас практически не бывает случая, что никого не заинтересовал тот или иной объект. То есть уже готовы работать и в Абазе, и в Туиме, и в Вершине-Тёй, и в дальних территориях, в Коммунаре, во всех. Год назад капремонт в Хакасии проводили 14 компаний. Сегодня их уже больше 25. Очередь, чтобы подать заявку у дверей фонда, они занимают с вечера. В прошлом году было поменьше, но с пожарами, видимо. То есть многие подрядчики работали на пожарах, поэтому конкуренции такой не было. В этом году в Хакасии капитально отремонтируют 273 дома. Это почти на сотню больше, чем в 2015 году. В битве за дома подрядчики снижают цену. В результате конкуренция дала хорошую экономию. И в этом году фонд капитального ремонта сможет отремонтировать на 14 домов больше, чем планировалось изначально. Среди тех, кто прошел без очереди, дом на Комарова 8. По плану он выходил на ремонт в 2017 году. Но ждать стало невозможно. В подвале сгнили трубы. Вызывать мастеров приходится буквально каждый день. Запас воды здесь есть в каждой квартире. Из-за незначительной поломки сантехникам приходится перекрывать воду во всем здании. И жильцы страдают от неповторимых запахов на первом этаже. Вызывало, как-то я работал 3 года здесь, участковый, а он с захода зашел и стоит, говорит, а можно выше подняться? Потому что, говорит, я не могу даже вот писать, запах такой. В Абакане капитальный ремонт пройдет в 100 домах. 64 отремонтируют в Черногорске, 56 в Саиногорске. Еще больше 50 в других городах и поселках. Работы начнутся в ближайшее время, как только завершится конкурсный отбор. Елена Крылова, Антон Новожилов, Дмитрий Кузнецов. Вести, Хакасия.